люди сильные духом. Вопреки своему недугу они учатся, работают, достигают творческих и спортивных высот. Я благодарю общественные организации людей с инвалидностью, которые работают в нашем городе. Потому что у нас много событий и мероприятий, в которых каждый может принять участие, проявить себя, найти себе друзей, найти себе сообщество по интересам. Ирина Трофимова – активист Тобольской организации «Всероссийское общество инвалидов», член Союза писателей России. Пишет стихи и уже 40 лет занимается авторской песней. Мне помогает то, что огромное количество людей меня окружает, и я сама двигаюсь к этим людям навстречу. И я всегда в гуще людей. Люди. Человеку нужен человек. Вот это правило, наверное, это истина, на которой я стою. Тобольская организация Всероссийского общества инвалидов насчитывает более 600 человек. Инициативные, энергичные и изобретательные. Номера для концерта подготовили сами. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» – спросила громко девушка в маршрутке. И пуговиц пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Именно те направления, которые действуют на сегодняшний момент в общественных организациях, подготовленные, ранее участвующие в конкурсе, и лучшие, наверное, номера, можно сказать, они участвуют вот в показательном уже торжественном мероприятии. Прозвучали слова благодарности для всех, кто оказывает поддержку обществу инвалидов. А заслуженные награды нашли своих обладателей. Надо уделять побольше, раза в два, в три внимания людям с физической недостаточностью какой-то. Ведь, поверьте, мы не злые, мы добрые и чистые. Девиз «Вместе мы сможем больше» звучит повсюду. В этот день люди с ограниченными возможностями собираются, чтобы сообща подвести итоги года и выстроить план на будущее. Наталья Китова, Валерия Петрушенко, Рустам Рузеев, Тобольское время.